Актеры объявили голодовку. Речь идет о коллективе Киевского областного театра имени Саксаганского, который находится в Белой Церкви. 200 сотрудников заявляют, сидеть на одной воде их заставил трехмесячный долг по зарплате. Винят в этом депутатов Киевского облсовета, которые, к тому же, намерены сместить с должности директора театра. Из-за этого в учреждение направляют многочисленные проверки, уверяют в коллективе. Поддержал актеров нардеп Сергей Каплин. По его словам, все действия облсовета направлены на дерибан театрального бюджета, ведь сумма не маленькая – 24 миллиона гривен. Сегодня 5-е сутки, я разом с ними голодую. Почему меня снять с должности, я не знаю почему. Потому что оснований для этого никаких нету. Они ледве выживают. Завтра мы разом с мешканцами Киевской области идем безпосередньо до обласної ради, будемо там оголошувати безстрокове голосування, будемо звертатися до президента, до прем'єра, до генерального прокурора, до НАБУ, до САП, щоб поставили на місце тих, хто сьогодні намагається дерибанити вже театри.